Всем привет! Мы едем купаться, едем на остров Крит, это в Волгограде, не где-то. Жарко у нас сегодня, ну показывает 31, а вообще я смотрела 34. В общем, едем за Волгу купаться. Прибыли, пришлось встать на платную стоянку, потому что мест вообще нету. Спускаемся, сейчас тут песок просто, огонь такой горячий. Спускаемся к пляжу. Народу тьма, просто тьма. Там же этот, господи, этот парк-отель, что ли, было написано, или что там. Вот. Тоже людей полно. Вот это буки. Надо еще подняться. Поднимаешься, а тут вот такая красота. Купающиеся. Сейчас мы пойдем. Ну, мы едем назад домой. Накупались. Вода, я вам скажу, не теплая. Вообще не теплая. Нормальная вода. Ну, когда заходишь, прям вообще постоишь в воде, уже прям ну, нормально, более-менее. Но все равно, я люблю, чтобы как парное молоко была вода. Ну ничего, наплюхались, накупались. Теперь едем домой. Небо такое красивое. Солнышко мешает.